Меня зовут Фархот Камилов, я являюсь CEO Digital агентства In Marketing, а также являюсь партнером образовательного международного образовательного проекта Q Marketing Academy. Он у нас представлен на рынке как qacademy.us. Собственно, почему digital образование это новое нет? Потому что с учетом сегодняшних условий, с учетом реалии, которые нас окружают, все представители от мала до велика, все представители бизнеса сегодня представлены в диджитал-сегменте, продвигают свои услуги, товары через интернет. Естественно, диджитал-среда является очень мощным трамплином для увеличения продаж, для увеличения охвата, для увеличения узнаваемости своего проекта. Скажем так, диджитал-среда, диджитал-маркетинг является самым главным инструментом для стартапа, где можно при самых малых, скажем так, бюджетных вложений можно достичь очень хороших результатов. Поэтому для нас сегодня это очень актуальная тема, как что диджитал-образование – это новая нефть. Собственно, почему именно я могу, да, я, Фархот Камилов, могу вам рассказывать про диджитал-маркетинг, про диджитал-образование. А все потому, что у нас есть определенный опыт в этом сегменте. Уже как 9 лет я в маркетинге, являюсь партнером образовательного проекта Q-Marketing Academy. Здесь вы можете видеть такой небольшой послужной список наших клиентов, с которыми сотрудничала наша команда. У нас больше 60 кейсов. Мы представлены не только в Ташкенте, но и в Москве. Есть представительства, есть числовые сотрудники на территории Российской Федерации, которые также ведут наши международные проекты. Кроме того, мы являемся партнером Q-Marketing. Это очень известное диджитал-агентство, которое является одним из немногих официальных маркетинговых партнеров Facebook в России. Именно через это, скажем так, агентство мы внедрили образовательный проект в Узбекистане, qacademy.us, и, на наш взгляд, достаточно успешно мы его реализуем. А образовательный проект в сегменте обучения маркетинга, то есть курсы с помощью маркетинга. Если посмотреть на географию наших работ, это не только Россия и Узбекистан, это Казахстан, Соединенные Штаты, сейчас вот здесь и Индия тоже прибавилась. Вы можете видеть, как и российские клиенты, достаточно известные, на которых мы слуху в Узбекистане. И международные клиенты, которые достаточно известны, как eBay, как Philip Morris, Raiffeisen Bank. Именно, собственно, благодаря, ну, скажем так, достаточно грамотной работе с рекламным кабинетом Facebook, именно Facebook высоко оценил нашу работу и дал такой статус, как официальный маркетинг партнер Facebook России. Напомню, что таких агентств в России всего лишь 12, в Узбекистане нет. Вот мы первые, которые вышли на рынок сюда, в Узбекистан, с этим статусом. Мы также являемся партнерами различных образовательных площадок и тех платформ. Вы можете видеть, как Интеллоги, Скиллбокс, как Высшая школа экономики, также крупных компаний на рынке России. И являемся также партнерами большой четверки, да, это Ernst & Young, Pricewaterhouse, да, и Deloitte, очень известная компания, и других консалтинговых компаний, которые достаточно крупные. Мы обмениваемся экспертизами, мы обмениваемся знаниями, мы обучаем сотрудников, а также в разных направлениях мы установили с ними связь. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня расскажу про интернет-маркетинг. Да, в нашем понимании диджитал-маркетинг и интернет-маркетинг – это одно и то же. Мы в этот смысл закладываем. И посредством интернет-маркетинга какие результаты мы можем получить. То есть на рынке, на особо конкурентном рынке, да, в Узбекистане и, как и в мире, очень мало осталось таких, скажем, сегментов, которые, где очень мало конкурентов. Поэтому каждый из них, каждый игрок своего сегмента пытается как-то
отличиться от своего конкурента, использовать какие-то новые маркетинговые инструменты. И вот именно диджитал-маркетинг, именно интернет-маркетинг – это и про это, что посредством возможностей интернет-маркетинга, посредством возможностей IT-решений, которые можно реализовать через интернет-маркетинг, можно выходить на свою целевую аудиторию, быть где-то уникальным, быть где-то первым. И поэтому мы сегодня про это говорим, потому что это есть, скажем так, достаточно мощная платформа для успеха стартапа, текущего бизнеса, любого проекта, который может продвигать в интернете. Что такое digital marketing? Да? В целом мы понимаем, к сожалению, да, я хочу сказать, что на Узбекистане мы отмечаем такую тенденцию, что под digital marketing понимают только его часть, это SMM, то есть очень много видим разных, скажем так, объявлений, креативов, где я SMM-чик, я диджитал-маркетолог. Да, ты SMM-чик, диджитал-маркетолог – это большая часть, куда в себя вбирает. А SMM – это часть диджитал-маркетинга. Это важная часть, но это всего лишь часть. И про это мы тоже сегодня поговорим. Итак, диджитал-маркетинг – это вся реклама, да, которую мы видим в интернете. Это, она бывает медийной рекламой и перформанс-рекламой. Две вещи – медийная и перформанс. То есть реклама бывает как бы верхнего уровня, разбивается на две. Медийный – это вот на охват, то есть который мы не ставим цель, чтобы клиент, который увидел, да, или потенциальный клиент, который увидел нашу рекламу, он сделал какое-то целевое действие. Это просто, чтобы он узнал, что есть такой продукт. Вот Coca-Cola, например. Или, допустим, любой оператор сотовой связи, что у нас вот такой тариф вышел, у нас есть такая вот Coca-Cola, у нас есть такой напиток. То есть мы как бы в рынке говорим, что есть такой продукт, он вышел, и это называется медийная реклама. А перформанс рекламы – это именно когда мы хотим, чтобы наш потенциальный клиент, который увидел нашу рекламу, он сделал какое-то целевое действие. Купил, если это интернет-магазин, записался на встречу, на консультацию записался, оставил заявку, данные свои оставил, подписался на что-то. То есть мы должны побуждать потенциального клиента сделать какое-то целевое действие. Поэтому есть здесь две вида рекламы. Digital marketing – это медийный и перформанс. Также digital marketing может быть направлен на возврат клиента, да, и увеличение количества покупок. Все мы понимаем, что маркетинг – это, в первую очередь, привлечение. Второе – это удержание. И мы с вами понимаем, что удержание, оно кратно дешевле, гораздо дешевле, чем привлечение. Поэтому благодаря умелому использованию инструментов интернет-маркетинга, диджитал-маркетинга, да, мы можем гораздо при низких затратах на бюджет работать со своей аудиторией, привлекать, работать с ней. Мы понимаем, что вот диджитал-маркетинг это не просто, да, такой танец бубном у костра, где бьет шаман и привлекает клиента. Это далеко не так. Это четко выверенная система, которая, благодаря которой мы понимаем причинно-следственную связь, то есть одно, из чего это вытекает. И, естественно, маркетинг – это про систему, про знания, которые мы должны использовать для привлечения клиентов. Поэтому мы разделяем на два подтипа маркетинг, то есть традиционный, да, это телевизор, это наружная реклама, это средства массовой печатной, да, средства массовой информации, какие-то офлайн мероприятия, какие-то промо-акции. Это про традиционный маркетинг. А есть диджитал маркетинг, который это медийный, то есть да, реклама, это мобильный, который мы видим в мобильных приложениях, это перформанс произведения и лидер мнений. Да, сейчас такое новое трендовое такое направление, как называется influence маркетинг. Достаточно широко зашел в Узбекистан и в целом по миру. И хорошо используется для привлечения потенциальных клиентов. Какие минусы обычного маркетинга мы видим? В первую очередь, если мы вывешиваем наружную рекламу, если мы проводим какие-то офлайн мероприятия, если мы ставим какой-то баннер просто на переходе, что есть такие услуги или есть какой-то баннер, да, мы не можем. И, скажем так, очень сложно оценить результат. Это через вопросы, через какие-то исследования, да, можно, но это очень затратно. Сложно показать рекламу узкой аудитории. Если, допустим, Сингапурский институт, он набирает студентов, да, он четко понимает, где у него есть у него потенциальная аудитория, и он вывешивает баннер. Естественно, этот баннер он видит не только его потенциальную аудиторию, то есть выпускники колледжей, лицеев, каких-то школ, да, а там есть же другие, которым это неинтересно.
Поэтому баннеры, они используются чаще на охват, на узнаваемость. А этот вид рекламы, он нужен, но его очень трудно оценить. Например, вот есть кейс Humans, да? Если мы помним, как все начиналось, везде по городу были желтые баннера, да, с Humans, сделанные по-человечески, но будучи финтехом, а Humans – это финтех, он привлекал клиентов, уже конкретно работал через интернет. Оттуда он уже привлекал себе на App Store, либо Google Play, где нужно было скачивать приложение. Вот такая была воронка. То есть для того, чтобы вырасти, приходится сильно увеличить бюджет. Вот есть застройщики, у нас очень много застройщиков. И сегодня как раз приходил один из застройщиков, как они с конкурентами борются за места в городе, чтобы повесить баннер рекламу. Они ее прям десятками баннер рекламы вывешивают на улице, чтобы дать охват, что есть такой жилой комплекс такой-то, приходите. Хотя есть на самом деле другие инструменты привлечения клиентов для застройщиков, в любом случае они работают на охват. И чтобы, допустим, увеличить, чтобы масштабироваться, то есть увеличить количество продаж, они думают, что нужно увеличить количество баннеров по городу, и тогда продажи увеличатся. Есть риск также показывать рекламу не тем пользователям, то есть мы вешаем баннер, но действительно та нецелевая аудитория его увидит. Нужно это, не нужно. Есть еще такое понятие, как баннерная слепота. То есть мы когда идем по городу, мы очень редко обращаем внимание на баннер, есть там какой-то неядовитый кислотный цвет, что мы так посмотрели, да, и уже увидели какую-то рекламу. Это минусы обычного маркетинга. Преимущество в диджитал. То есть диджитал, в первую очередь, друзья, это про измеримое. Очень легко посчитать. Есть воронка продаж, есть путь клиента, есть четкие метрики, которые нам позволяют посчитать клиентов. Например, есть 1000 человек увидели нашу рекламу, 100 человек перешли на сайт, и 100 человек, 50 человек оставили заявку, из 50 человек 20 человек купило. Из 20 человек, которые купило, 10 человек повторно вернулось. Вот такая воронка, это все измеряется. И если мы говорим с вами про бизнес, а именно если говорим еще про стартап, где каждый, ну, скажем так, сумм на счету, да, то мы четко должны измерять каждый вложенный сумм и его эффективность. Вот диджитал как раз про это, что если мы вложили один сумму, скажем так, 100, сложили $100 на рекламу, то в итоге что мы получили, сколько клиентов мы получили. И мы про это тоже поговорим, про как считать стоимость привлеченного клиента, как считать по воронке, мы сегодня об этом поговорим. То есть измеримый, легко посчитать результат. Это преимущество диджитал маркетинга. Возможность показать рекламу узким группам людей. То есть Facebook, Instagram, другие соцсети, другие площадки рекламные обладают кучей возможностей таргетироваться, то есть показывать рекламу по узким аудиториям. Да, они могут быть немного дорогие, потому что чем уже, тем дороже. Но мы можем не тратить бюджет зря, а конкретно показать, что мне нужно показать рекламу от 18 до 22 лет, допустим, живущий в каком-то в районе, даже можем по гео таргетингу показать, где его рекламируется. Да, мы можем показать рекламу какой-то один кусок района. Мы можем по интересам, то есть получение маркетинг или еще что-то, и показывать рекламу, если мы продаем курсы, да, если у нас какое-то онлайн-образование. Легко увеличить продажи в рамках нужной целевой аудитории. Да? То есть мы думаем, что если у нас рекламная кампания хорошо зашла, то мы видим результат, да, потому что мы говорим, что мы можем измерять каждый вложенный сумм, какой результат пошел. И вот какая-то реклама, которую мы запустили, дала эффект. И мы можем теперь предположить, то есть у нас гипотеза такая, что если мы увеличим бюджет, то у нас увеличится продажи. И, естественно, эту гипотезу тестируем и опять же отслеживаем. То есть нам не нужно искать по городу таких же людей, мы достаточно просто увеличить количество охвата, да, людей, бюджет увеличить и уже искать этих людей, искать этих людей, которых количество гораздо больше. Ну и самое главное, это прозрачный, измеримый процесс роста, то есть есть у нас счетчики аналитики, Google Analytics и Яндекс.Метрика, которые позволяют нам анализировать, кто заходит на сайт, что они делают, где остановились, какое время провели, на что нажимали, на какую кнопку нажимали, что больше читали. То есть мы все это можем измерять. Естественно, уже потом делать какие-то выводы, тестировать какие-то гипотезы. Поэтому преимущество диджитал, оно уникально перед традиционным маркетингом. Бывают разные профессии. Диджитал, да, маркетолог, это непосредственно за стратегию отвечает, запускает компания, дизайнер, который создает креативы, да, на основании которых потом идут переходы на сайт, либо на мобильное приложение, либо на соцсети. Копирайтер, естественно, который пишет рекламные тексты, которые
скажем так, с очень большим интересом читают наши потенциальные клиенты. И аналитик, который настраивает систему аналитики, который измеряет каждый шаг потенциального клиента, который он сделал на нашем сайте, на нашем мобильном приложении. С чего начинается путь? Путь начинается с джуниора, да, это младший такой маркетолог, который запускает одну рекламную кампанию там, в одном канале. Middle, более продвинутый, это который уже может управлять целой какой-то рекламной кампанией. И senior marketing, маркетолог, это который непосредственно понимает весь такой этот customer journey map, он понимает причинно-следственную связь, что если, допустим, он запустит эту рекламу, увеличит уже здесь, то придет такой результат, то есть он полностью все понимает логику рекламных кабинетов, логику маркетинга и способен привлечь заказы из интернета практически на любой товар или услугу. Это вот senior маркетолог. Задача диджитал-маркетинга, то есть задача диджитал-маркетолога. На сегодняшний день мы очень часто встречаемся со стартапами и вообще с компаниями крупными на рынке, которые имеют опыт негативного сотрудничества, скажем так, диджитал-маркетологов. А в чем все проблема? То есть нанимают людей, которые не приносят результат. Но мы всегда говорим, что эта вина больше стоит у стартапа, это больше вина стоит у компаний, которые ставят задачи. То есть, если вы не ставите задачи диджитал маркетологу конкретные, то не ждите конкретный результат. И поэтому мы посчитали нужным вообще сказать, какие задачи выполняет диджитал маркетинг, какие задачи стоят перед интернет-маркетологом. Первое – это увеличить продажи, то есть привлечь новых клиентов из интернета. Конкретно измеримый результат. Построить знания о продукте. Вышел какой-то продукт, построить знания, то есть охват, тоже измеримый результат. Вернуть клиентов, которые давно не покупали. У нас есть база клиентская, мы через инструменты Facebook можем именно на эту базу показывать рекламу, конкретную базу, и посылать результат. То есть мы возвращаем наших старых клиентов, даем какой-то новый оффер для них. Да? И четвертое – это увеличить лояльность пользователя продукта. Да? Тоже измеримый результат. То есть мы увидим, как повторные покупки идут. Есть такой показатель, как retention rate, показатель возврата, да, он тоже анализируется. И мы смотрим, насколько этот retention rate возрастает, то есть насколько вот это идет лояльность пользователя продукта, насколько идет возврат покупателей обратно. Все, скажем так, маркетинговые стратегии строятся вокруг целевой аудитории. Все они строятся вокруг даже не то, что целевой аудитории, а вокруг потребности этой целевой аудитории. А у каждой, допустим, целевой аудитории есть свои сегменты, группы пользователей, на которые направлен наш маркетинг. То есть люди, которые пользуются или будут пользоваться вашим продуктом. Всегда мы в рамках IT-парка и вообще других каких-то стартап-проектов мы рекомендуем, всегда настоятельно рекомендуем узнать потребность своей целевой аудитории. Чего они хотят? Действительно ли на ваш продукт, услуга, либо мобильное приложение, либо что-то еще, он пользуется востребованностью, он вообще востребован на рынке. Очень часто бывает, что фаундеры, да, основатели бизнеса очень слепо верят в свою идею, что она очень релевантная, она успешная. И зачастую это не так, статистика говорит о другом, поэтому всегда как бы хотим на начале предупредить всех, что вам сначала нужно определить свою целевую аудиторию, понять, что они хотят, и потом уже принимая во внимание все риски запускать свой стартап, запускать какой-то новый проект. Итак, целевая аудитория – это вот, примеры приведены, допустим, мамы с детьми, живущие в Москве, у которых дети 3-7 лет. То есть перед тем, как запускать рекламную кампанию, важно определить, кто твоя целевая аудитория и чего она хочет. Это априори. Кстати, вы знаете, вот чем отличается хороший маркетолог от, скажем, от не очень хорошего маркетолога? Это тем, что, допустим, если вы говорите своему маркетологу или в целом агентству говорите, что вот есть такой проект, надо запустить такой-то стартап или что-то еще нужно сделать. С чего вы начнете? Как вы видите этапы событий? Очень важно, что, допустим, ну, условно, в течение 3 минут маркетолог сказал, что нужно провести исследование, или есть у вас какой-то результат исследования, есть какой-то анализ конкурентов или что-то еще, потому что нельзя сделать успешную стратегию без исследований, без анализа конкурентов и вообще позиционирования. Можно ли достичь успеха без исследований и так далее, на каком-то этапе можно, но в любом случае, когда речь идет о масштабировании,
это нужно делать исследование. Это чревато сливом большого бюджета, если делать исследование. То есть вы можете направлять свои бюджеты, рекламы, да, вообще на ту аудиторию, которая интересна то, что ваш стартап предлагает. Но мы слепо верили в это. Мы просто думаем, что исследование это долго, нудно, неинтересно. Но это есть базовая платформа, которая определяет успех проекта. Поэтому очень важно определить свою целевую аудиторию и чего она хочет. Есть тип исследования, как называется, customer development, то есть клиентские исследования, которые глубинные исследования, в рамках которых тет-а-тет, наедине мы разговариваем 30-40 минут с клиентом, задаем вопросы, погружаясь в его опыт взаимодействия с нашим похожим таким же продуктом. Как определить, чего хочет твоя целевая аудитория? Первое – это поговорить с клиентом в разных сегментах. То есть, запуская какой-то стартап, мы понимаем, что наш продукт больше подходит для вот этой аудитории или для этой аудитории. Это наша гипотеза. Естественно, эту гипотезу мы должны подтвердить либо опровергнуть. Естественно, мы теперь начинаем разговаривать с этими сегментами, на которые мы предполагаем, что наш продукт больше всего подходит. Мы разговариваем, мы проводим глубинный интервью. Далее мы опрашиваем клиентов, да, мы просим пройти агитирование, которое нам позволит хоть как-то сориентироваться по гипотезе и сориентироваться по целевой аудитории. Кроме того, мы можем посмотреть на данные аналитики, если есть они на сайте, да, как вел себя клиент, что он покупал, почему не покупал, и сделать уже потом после этого какую-то перелокацию целей. И проанализировать открытые данные в интернете, то есть отчеты, статьи, куда движется тренд, куда вообще рынок движется, посмотреть, как живут конкуренты. В целом понять общую картину, которая позволит вам заложить очень такую мощную стратегию, которая даст результат. Что такое медиаплан? Медиаплан – это документ, который необходимо сделать. То есть после того, как мы поняли, что такое целевая аудитория, что они хотят, мы проанализировали конкурентов, мы поняли, куда рынок идет, мы составим медиаплан. То есть мы теперь говорим, ага, наша целевая аудитория – это мужчина и женщина, 20-25, город Ташкент, интересный маркетинг, или HR, или еще бизнес, или что-то еще, допустим, например. И мы делаем медиаплан и составляем примерный бюджет и площадки, на которых мы будем таргетироваться. Там указаны рекомендуемые каналы, там указана финансовая информация, стоимость размещения и прогнозируемый результат. Вот медиаплан. Вот о нем я хочу поговорить более подробно. Здесь ничего сложного нет, я все объясню. Если начнем с самого начала. Вот мы говорим вот 1 миллион сумм. То есть 1 миллион сумм, который дает заказчик на продвижение своей услуги. Например, онлайн-курсов каких-то. 1 миллион сумм, то есть 100 долларов. CPM, если вы видите, это cost per mile, называется стоимость за 1000 показов. Facebook, Instagram берет за рекламу за стоимость 1000 показов. А Google и Яндекс берут рекламу за клик, CPC, cost per click. Вот это две разные вещи отличительные, которые в Facebook показывают за показы. То есть вы даже не нажали на рекламу, вы увидели, уже Facebook снял деньги. А на Google либо Яндекс вы не видите, он Google не снимает оплату. Если нажали, переход сделали, он тогда снимает оплату. Итак, у вас есть 1 миллион сумм. 1 миллион сумм. Вот стоимость показов, cost per mile, это определяет Facebook аукционом. Например, смотрите, на рынке есть несколько онлайн-курсов, которые по маркетингу, да, вот у нас, либо еще там 2-3 курса есть. И все мы одновременно начали рекламную кампанию. Facebook понимает, что есть спрос на рынке, на эту аудиторию, на эту аудиторию с такими же интересами, тогда Facebook повышает аукцион. То есть он увеличит стоимость вот этого CPM, 1000 показов. Если никого нет на рынке, и, допустим, только мы показываем рекламу, то CPM, он падает. От этого зависит здесь совокупность факторов, которые являются вот это 10 тысяч сумм за 1000 показов. Естественно, мы должны посчитать, на 1 миллион сумм сколько раз, допустим, сколько человек увидит нашу рекламу. Мы бюджет 1 миллион сумм умножаем на 1000, потом 1000 показ и делим на CPM. Это получается 100 тысяч сумм. 100 тысяч сумм увидит наш рекламу в Инстаграме и Фейсбуке. Следующий показатель, это называется click-through rate, то есть CTR, то есть конверсия из увиденной рекламы на сайт. Оно задается креативом. То есть, вот я говорил, что есть такое понятие, как баннерная слепота.
Вот задача многих компаний – пробить эту баннерную слепоту, потому что сейчас клиент, наш потенциальный клиент, очень часто взаимодействует с рекламой. И мы уже открываем эту рекламу, пролистывает и не обращает внимания на нее. Так вот, наша задача, чтобы он остановился на ней, когда скроллил, и перешел на сайт. Вот средняя бенчмарка, средняя статистика, что всего лишь 2% из 100 нажмут на вашу рекламу. Это хороший показатель еще. И мы теперь определили, сколько переходов, сколько кликов на сайт было. 2000 человек. 2000 человек. Теперь мы посчитали, что 1 миллион сумм разделили на 2000, и мы посчитали, что клик только стоит у нас 500 сумм. 500 сумм. Дальше он перешел, ваш потенциальный клиент перешел на сайт. И теперь... Здесь вступает, скажем так, сам лендинг. То есть насколько лендинг отвечает требованиям вот этих потенциальных клиентов, которые зашли на сайт. Если там очень много информации, если он красивый, если он такой user-friendly, есть такое понятие как UX, UI, да, User Experience и User Interface, если он очень удобный, естественно, конверсия будет высокой, которая позволит нам, чтобы максимальное количество людей оставили свою заявку. То есть мы показали рекламу, 100 тысяч человек увидели ее, дальше всего лишь 2% перешли на сайт. Из него теперь сайт у нас нормальный, который отвечает требованиям нашей потенциальной аудитории, целевой аудитории. А откуда мы узнаем, что они соответствуют аудитории, соответствуют интересам целевой аудитории или нет? На основании только проведенного исследования. То есть на основании исследования мы берем очень много данных, и потом мы это в рекламу, мы на лендинг заливаем те моменты, которые интересны для нашей потенциальной аудитории. И естественно, уже, допустим, скажем так, 2000 человек перешли на сайт, и 10% из них оставили заявку, которую хотят обучаться. То есть потенциальный клиент уже 200 человек из 100 тысяч. И стоимость одного лида, да, потенциального клиента, мы бюджет делим на лид, это 5000 сумм. Дальше ему звонит менеджер по продажам. Да, это еще не все. Менеджер по продажам звонит потенциальному клиенту и по скрипту продаж обрабатывает его. То есть он обрабатывает возражения, он делает презентацию своего продукта, он рассказывает, чем он, почему хороший, какие уникальные преимущества есть. И 25% – это очень хорошая конверсия, да, и 25% – это 50 клиентов. То есть мы получили 25% из 200 – это 50 клиентов. Обратите внимание, друзья, что, видите, заплатив $100, у нас получилось 50 клиентов. И теперь мы считаем, сколько обошелся наш клиент. Мы бюджет 1 миллион сумм делим на количество клиентов. И нам каждый клиент обошелся 20 тысяч сумм. Это хорошо, если средний чек у нас 50 тысяч сумм. Да? Тогда это выгодно. Ну, там еще зарплата маркетолога и так далее. Надо посчитать, но в целом, так, в верхнем уровне это выгодно. Но что делать, если, допустим, здесь цена, если, допустим, здесь получился не 20 тысяч, а получился 100 тысяч цена одного клиента. Здесь, допустим, не 25% была конверсия, а гораздо меньше. То есть отдел продаж хорошо не поработал. И был сливы потенциальных клиентов. Стоимость клиента увеличивается. Но какой он бюджет, но какой средний чек? 50 тысяч средний чек, а мы на клиента обошелся 100 тысяч. И мы математически понимаем, что данная рекламная кампания была невыгодна. Поэтому, друзья, нам очень важно понимать, очень важно разбираться и понимать в каждом этом термине. Почему? Потому что когда мы даем деньги на бюджет, на маркетинг, мы четко должны понимать, сколько клиентов нам придут, стоимость этого клиента и какой средний чек. Чтобы сказать, да, маркетолог, ты поработал хорошо, или маркетолог, эта рекламная кампания была для нас невыгодной. Так. Есть уникальное торговое предложение. То есть уникальное торговое предложение – то, что есть у вас, нет конкурентов, и его нужно строить. А оно строится на основании клиентских потребностей. Да? Есть jobs, потребность, работа. Ваш продукт или наш продукт, он делает какую-то работу, выполняет, закрывает какие-то потребности. Вот, во время исследования мы понимаем, какие потребности у нашей целевой аудитории, у каждого сегмента. И он должен, наш уникальный торговый предложение должен закрывать этот сегмент, должен закрывать эту потребность очень четко. А это вы узнаете только, если проведете исследование. То есть, опять же, я подчеркиваю важность
проведения исследований перед запуском проекта. Уникальное торговое приложение – то, что вас отключает от конкурентов. И уникальное торговое приложение – это указано на ваше преимущество, эффективность. То есть завтра, когда ваш потенциальный клиент скажет, а вот ваш конкурент, у него такие-такие-такие-то есть вещи. И он дешевле, допустим. А вот уникальное торговое предложение позволяет вам даже не снижать сумму, а давать такую дополнительную цену, ради которой ваш потенциальный клиент готов переплачивать. Но он понимает, что у вас качество, у вас сервис, у вас быстрота, у вас какие-то есть уникальные преимущества, которые нет у других конкурентов. Что мы делаем данными из клиентских исследований? Мы в первую очередь заливаем в креатив, то есть мы узнали, какие потребности есть у нашей целевой аудитории. Эти потребности, эти даже цитаты, эти смыслы мы зашиваем в маркетинговую стратегию, мы зашиваем в рекламу, в креатив. Дальше мы эти зашиваем, как бы указываем посадочные страницы. И, естественно, мы это потом даем нашему отделу продаж, чтобы они как бы били по болям вот этих потребностей и говорили, что это у нас есть, это мы можем. Чтобы максимально большее количество людей сконвертировалось, чтобы купили большее количество людей из числа позвонивших или оставивших заявку. Креатив – это изображение, видео или аудио, которое видит ваша целевая аудитория. Это бывает просто статичное изображение, это видео, это сторисы, да, которые мы умеем, любим снимать. Это какие-то карусели, это текстовые объявления. То есть креатив – это изображение или видео. Но очень важно понимать, что над креативом трудится дизайнер и копирайтер. Но им нужно дать ТЗ. А ТЗ дает маркетолог, потому что маркетолог провел исследование, и он знает, что хочет его потенциальный клиент. И говорит, эй, дорогой дизайнер, дорогой оператор, в ТЗ я указываю такие-такие вещи, обратите внимание, пусть это будет в креативе, это очень важно. После того, как клиент увидел ваш креатив, куда он переходит? Он переходит на сайт, одностраничный, да, лендинг, он переходит на многостраничный сайт, это интернет-магазин может, это может быть приложение, это может страница в соцсети, если нет каких-то если нет сейчас сайта, да, это может быть бот, да, беседа в мессенджере, это может быть внутри рекламной что-то быть, это может быть там плинк быть в Инстаграме, то есть мы должны всегда куда-то своего потенциального клиента приземлять. Почему говорят лендинг? Приземляют нашего потенциального клиента на эту страницу, приземляют лендинг, да, поэтому очень важно приземлять его куда-то, чтобы он сделал какое-то целевое действие. Ну, естественно, да, результатом нашей работы является аналитика, да, то есть мы смотрим, как вел себя клиент, что он делал, как себя он вел, на что обращал внимание, куда нажимал, сколько времени провел, да, мы все это делаем благодаря аналитике. И я думаю, что я вам покажу даже сегодня, как работает Google Analytics и Яндекс.Метрика. Я прямо сейчас это сделал, чтобы понимали, что, о чем я говорю. Одну секундочку. Сейчас покажу вам, как работает аналитика. Вам виден экран? Не слышно, но надеюсь, что видно, да? Не, слышно все. И видно, да, экран? Да, все видно. Да, вот видите, да, что здесь мы можем смотреть, во-первых, откуда посетители зашли, какое количество. Смотрим, допустим, да, переходы по рекламе. То есть была рекламная кампания какая-то, да, и зашли переходы по рекламе. Мы видим возраст. Да, 25-34 сегмент, отсюда 35-44. Видим, откуда заходит, со смартфонов, видим, с портативных компьютеров. То есть мы видим, анализируем полностью все, что позволяет делать аналитика. Да? И здесь есть такой, как веб-визор, который позволяет нам полностью анализировать действия, да, нашего клиента. Вот это
Яндекс.Метрика записывает поведение потенциального клиента на вашем сайте. Вот, допустим, сейчас он загружается, и он в виде видео, да, оставляет историю на 2 недели. Вот это я ничего не делаю, да, это он показывает запись, вот, сайт прогрузился, да, все прогрузился. Вот я скорость немного увеличу, чтобы этот время не тратить. Он смотрит, так, он читает, что здесь есть на первой странице, получит программу, так, ввел данные, проверяет, да. Удалил. Не стал вводить этот. То есть мы видим, да, как он себя ведет. Получить программу, все. Он, то есть, даже внутрь не прогружал, а вот он смотрит, что есть. Таша, видите, он это листает. То есть мы видим все, что делает наш потенциальный клиент. То есть независимо даже, вот закончилась, да, запись. Мы видим, как он себя ведет. Мы видим, на что обращать внимание, где он остановился, что он хотел сделать и так далее. Да? Мы все это видим и анализируем, конечно. Это благодаря аналитике. Окей. Есть несколько видов рекламы. Первая – это таргетированная реклама, да, Facebook, LinkedIn, ВКонтакте, MyTarget, это Одноклассники, Twitter, то есть позволяет нам конкретно работать с нашей целевой аудиторией по интересам, по каким-то узким сегментам. Есть контекстная реклама, это Яндекс.Директ и Google Ads, да, когда мы вводим какой-то запрос, какую-то активу, нам показывается реклама какая-то. Есть контекстная медийная сеть от Google и рекламная сеть Яндекс. То есть помните, когда мы вводим запросы в поисковике, потом переходим на другие сайты, и нас догоняет реклама, которую мы видим, догоняет реклама по нашим предыдущим запросам, да, и мы удивляемся, откуда интернет узнает это. Так это благодаря именно контекстной медийной сети Google либо Яндекс. То есть это называется, что догоняет своего потенциального клиента. Есть реклама в YouTube, да, мы все видим, да, эти преролы, которые нельзя никак пропустить, да, эти 6 секунды, после этого ты начинаешь ненавидеть еще больше продукт, потому что нельзя пропустить это видео. Лидеры мнения, очень, скажем, такой трендовый вид рекламы, почему я хочу на этом остановиться, в том, что сейчас очень много стало блогеров, микро-нано-блогеров, которые там от 10 до 40 тысяч подписчиков, и у них аудитория является более лояльной. Мы тестировали эту аудиторию тоже, а оттуда идет фидбэк еще лучше. Поэтому это такой, скажем так, хороший источник рекламы. Почему? Благодаря вот своей аудитории, которая привязана к бренду. Да? Бренд рекламирует, что есть такой продукт, есть такой такая услуга, я воспользовался, папа тоже воспользовался, ну, я так очень грубо говорю, и подписчики на этого блогера, да, они доверяют ему, потому что видят в нем определенный какой-то источник доверия. Тип рекламканалов, контент-маркетинг, да, контент-король, в основном это очень хорошо работает в B2B, да, где стадия прогрева своего клиента гораздо дольше, и мы всегда должны выпускать какой-то контент, взаимодействие со своей аудиторией, это будут статьи, это будут какие-то видео, материалы, но нам нужно всегда рассказывать о преимуществах нашего продукта, доносить до своей аудитории, даже писать статьи очень интересные, делиться кейсами, мы тоже так делаем, и продвигать их потом уже через рекламную сеть. Да, свой, через Instagram, через Facebook Ads, да, через Excel можете все это продвигать. Но мы всегда должны говорить о своем продукте. Это крайне важно. И даже стартапу нужно писать о своем продукте, потому что потенциальный клиент, прежде чем принять решение воспользоваться вашим продуктом, пройдет очень много касаний. И очень часто люди сначала ищут информацию какую-то в интернете, прежде чем скоммуницировать с этим продуктом. И когда они увидят статью, что есть про ваш стартап, потом вы погрузитесь в вашу статью, доверие, да, вот эта лояльность, она гораздо будет выше. Поэтому очень важно заниматься контент-маркетингом. Боты, наши любимые, да, тоже достаточно такой мощный канал продвижения. Он не только для канала продвижения, мы можем смотреть как вот напоминание о записи, мы смотрим
мы смотрим рост доходимости пользователей для онлайн-мероприятий. Бот достаточно такой хороший продукт, но дело в том, что, допустим, если мы откроем наш Телеграм, там будет 100-500 всяких групп, на которых мы подписаны, и очень много часто мы выключаем уведомления на боты, на каналы, да, чтобы нас не беспокоили. Поэтому такой вот Телеграм очень стал, очень сильный перегрев. Но бот для уже конкретно теплой аудитории очень классный инструмент, который позволяет продавать через чат-боты. СМС. Вроде бы, да, такой позапрошлый век, но из-за того, что мы сейчас получаем очень мало СМС, они у нас не выключены от уведомлений. У нас единственное СМС приходит от кого? От МЧС. Сегодня сильно опасно. Сегодня у нас снегопад. Вот, поэтому очень хороший инструмент для возврата своих потенциальных клиентов. Допустим, благодаря аналитике вы можете понять, если у вас онлайн-магазин, да, интернет-магазин какой-то, вы можете понять, кто оставил в корзине товар, но не купил, потому что остался номер телефона. И мы через СМС можем сказать, донести до него: дорогой клиент, у тебя или у вас остался товар в корзине, купите сегодня по скидке еще раз. Или что-то еще, какой-то триггер, какой-то крючок запустить ему, чтобы вернуть. Это очень хороший инструмент, СМС по возвращению клиентов с ушедшего с этапа оформления заказа и когда он сбросил корзину. Таргетинг, да? Наш любимый таргетинг, без которого нам будет очень тяжело. То есть нам позволяет доносить рекламу по интересам, по местонахождению, проживанию, по каким-то социально-демографическим характеристикам, это пол, это семейное положение, возраст. Ну, естественно, задача – это максимально пригнать дешевый трафик, максимально целевая аудитория и какое-то конкретное время. Типы таргетингов бывают, то есть типы рекламы, которые мы показываем, это интересы, по интересам мы можем направлять рекламу поведения, да, часто путешествует, где-то работает, и широкие, да, те же самые социальные, демографические факторы. Есть такое понятие, как ретаргетинг. Его называют еще ремаркетинг. Там не суть важно, да, все одно и то же. Что это такое? Это очень классная вещь. Помните, в начале нашей лекции я сказал, что маркетинг – это привлечение, и маркетинг – это удержание. И больше инструментов маркетинга, например, про удержание, потому что мы получили горячего лида, горячего потенциального клиента, с которым мы должны работать. Представьте себе, на ваш интернет-магазин, да, увидела рекламу 100 тысяч человек, да, вот по той таблице, 100 тысяч человек. Увидела 100 тысяч человек, нажали, перешли на сайт 2 тысячи человек. Окей. Из них на сайт перешли, значит, увидели, сори, 2000 человек зашли на сайт, и 200 человек оставило заявку только. Где остальные 1800 человек? Мы потратили рекламу, но его нет. Он не сделал никакое целевое действие. Так вот, ретаргетинг за счет Фейсбука, есть такой инструмент, как называется, Facebook Pixel, это код, который размещается на сайте. Ничего страшного. Такое это несложно. Очень просто объясню. Facebook предлагает своим клиентам, то есть пользователям Facebook, предлагает возможность догонять своих клиентов, тех, которые зашли на сайт и не купили, ничего не сделали. Facebook говорит, если вы хотите воспользоваться инструментом, вот вам код, установите на сайт, то есть разработчик это делает в течение 2-3 минут, установит на сайт, и мы потом можем анализировать, какая аудитория зашла и вышла, сколько они времени провели, что они делали. То есть там куча инструментов, на которые с точки зрения digital маркетинга мы должны пользоваться. И мы начинаем потом догонять эту аудиторию. То есть мы поняли, что Facebook говорит, что это, допустим, не фарфот Камилов, да, зашел и вышел. Он говорит, что это мужчина, столько-то лет, а тут какие-то параметры говорит. Да? И нам очень важно уже потом догонять эту аудиторию через вот этот инструмент ретаргетинга. То есть он был на сайте, аудитория была на сайте, но она ничего не сделала. Теперь мы должны ее догнать и сказать, заходи на сайт,
вот тебе дополнительная скидка какая-то или еще какой-то оффер, и воспользоваться предложением. То есть ретаргетинг – это повторный показ рекламы пользователя, который уже был на сайте. И задача ретаргетинга – закрыть его блоки, то есть возражения, и продать товар. Человек, который зашел на сайт, не купил, у него было какое-то возражение. И вот задача ретаргетинга – это возражение закрыть. А это позволит только нам через исследование, которое мы вначале с вами провели. Есть инструмент такой в Фейсбуке, как Lookalike. То есть Facebook, да, он может показывать рекламу на какую-то определенную аудиторию. Мы загрузили базу данных и говорим Facebook, покажи, пожалуйста, на рекламу на эту базу. То есть у нас есть клиентская база, да, и у нас вышло какое-то, ну, допустим, косметика, да. У нас есть клиентская база, и привезли какие-то новые крема, какие-то лосьоны, еще молочко, что привезли, мы говорим, слушайте, давай покажем рекламу на нашу аудиторию. И мы показываем рекламу на нашу аудиторию по номерам телефона. Это можно сделать. После того, как мы с этой аудиторией поработали, мы теперь говорим Facebook, пожалуйста, теперь покажи аудиторию, похожую на эту, то есть Facebook. Это искусственный интеллект, который четко определяет поведение каждого пользователя. Он четко определяет людей, которые заинтересованы косметикой, и покажет им эту рекламу. Это мы не один раз убеждались в этом. То есть, сказать, как он алгоритм Facebook работает. То есть, условно говоря, если мы говорим, вот, наш товар, он специально для молодых мам, да, для молодых мадам, мы, допустим, это питание детское какое-то, или подгузники, делать детская одежда, да, мы говорим, дорогой Facebook, покажи рекламу на молодых мам. Как он определяет их, молодых мам? Да, по возрасту, по каким-то сегментам можно, но молодые мамы, он ищет фотографию женщины, и где с фотографией женщины есть человек короткого роста, то есть определяет ребенка. Вот так работает Facebook. Понимаете, да? Поэтому подбор всегда осуществляется алгоритмами искусственного интеллекта. И, конечно, случается в большом количестве разных каналов, но везде работает по-разному. Но в Фейсбуке очень хорошо он работает. Такая вот небольшая, скажем так, путь клиента в диджитал. Да? Сначала мы увидели рекламу какого-то товара или услуги на YouTube, не отреагировали. Потом видели рекламу на Фейсбуке, не отреагировали, но заинтересовались. Мы загуглили, посмотрели цену, посмотрели оффер какой-то. Потом зашли на сайт и вышли, не сделали какое-то действие. И помните, это ретаргетинг, да, если у него установлен ретаргетинг, он дальше рекламу у нас догнал. И мы увидели эту рекламу другую, которая закрыла нашу потребность, которая сказала, это щелчок в голове произошел. Да, давай я оставлю заявку на этот курс, я буду обучаться, например. Вот так работает диджитал. Есть воронка продаж, да, это такой, скажем, этап действий, набор шагов, которые позволяют нам отслеживать. Это первое посещение сайта, это, допустим, если интернет-магазин, да, это посещение сайта, это просмотр карточки товара, посмотрел по техническому характеристикам, посмотрел отзывы, добавил в корзину, посмотрел что-то еще и не купил. Тогда ретаргетинг его догоняет. Если купил, то начали оформление заказов и покупка. То есть воронку продаж мы всегда должны измерять, мы должны всегда строить воронку продаж до начала проекта. Этапы мы должны делить, этапы мы должны делить на то, чтобы мы можем только измерить. Примерно, я так понимаю, это не измерение. Мы даже четко видим в аналитике, которую мы видели. Узнаваемость, да, то есть воронка диджитал может быть еще другой. Это первая узнаваемость, заинтересованность, принятие решения и конверсия. И повторная покупка, да, повторная покупка, самый такой кайф, скажем, да, когда мы потратили на рекламу определенную сумму, да, а наши клиенты, они возвращаются, то есть мы не тратим на рекламу больших денег. Есть такой показатель, как конверсия, это очень важный показатель, то есть мы всегда должны, вот видите, да, вот здесь этапы, вот с каждого этапа, переход на каждый этап, это есть конверсия из посетителя сайта в просмотр карточки товара, из просмотра карточки товара в добавление корзины, из корзины в оформление заказа, поэтому нам очень важно считать конверсию, то есть купили товар на все посетители, купившие товар делим на все посетители сайта, умножаем на 100. Это конверсия покупки. Конверсия добавления в корзину, естественно, добавившую в корзину количество людей, делим на всех посетителей сайта и умножаем на 100. Прежде чем запускать рекламную кампанию, мы должны пройтись вот по этому фреймворку, да, по шаблону этому, который позволит нам
чек-лист даже, да, я бы сказал, позволит нам не сделать каких-то ошибок. Мы сначала должны с вами понять, откуда мы привлекаем нашу потенциальную аудиторию. Это Facebook, Instagram, YouTube и так далее. Куда? На сайт, на мобильное приложение, в бот или что? Зачем? На какое целевое действие я должен сделать? Всегда заставляйте сделать свое действие, свою аудиторию, чтобы оставить телефон, либо почту, либо подписались, либо что-то еще, чтобы мы в дальнейшем могли с ними прокоммуницировать. То есть, чтобы в дальнейшем могли позвонить, обработать возражение, и чтобы заставить его, ну, скажем так, позволить ему купить наш товар. То есть, откуда это рекламный канал, куда посадочная страница, целевое действие. Это часть acquisition, да, привлечение, и activation – это целевое действие. Вот. Есть такое понятие, как юнит-экономика. В медиапланировании я вам показал на примере, да, вот что мы дали 1 миллион сумм, в итоге что получилось, вот этот, это есть юнит-экономика. То есть юнит-экономика нам четко должна отвечать, сколько мы зарабатываем с одного клиента, насколько обошелся клиент. Сколько мы зарабатываем с клиентами за все время взаимодействия с продуктом. Это lifetime value, именно вот этот показатель говорит, что сколько мы зарабатываем с клиентом за все время взаимодействия с продуктом. Есть понятие такое, как CAC, да, Customer Acquisition Cost, да, стоимость привлечения одного клиента. Вот в том таблице он 20 тысяч сумм нам обошелся. Стоимость привлечения за одно заказа, это имеется cost per order, это здесь и lead имеется, это cost per lead, сколько стоит один лид заказ, мы тоже должны считать. Естественно, да, мы, если бизнес, это про цифры, это про деньги, мы всегда должны считать возврат денег на инвестиции. Есть ROI, да, это большой, если взять в целом. Есть ROMI, это возврат на маркетинг инвестиций, то есть зарплата маркетологов, рекламы, что-то еще, сколько приносит маркетинг в целом и затраты, посмотреть, насколько нам вообще, насколько рентабельно выходит само содержание маркетинга нам. И есть ROAS, это непосредственно показатель, который говорит за эффективность какой-то рекламной кампании. То есть мы дали $100, пришло 50 клиентов, которые сделали нам средний чек по 500 тысяч, например, 50 тысяч. И тогда от стоимости стоит клиент у нас 20 тысяч. Естественно, мы понимаем, что рекламная кампания получилась у нас эффективной. Коллеги, как бы на этом все сегодня у нас. Хочу сказать дополнение в том, что диджитал-маркетинг это обладает кучей инструментов донести до вашей потенциальной, до целевой аудитории преимущества вашего товара, продукта, услуги, взаимодействовать с ними, возвращать с ними. То есть этот очень мощный инструмент, который позволяет измерять, анализировать, делать какие-то гипотезы, работать с целевой аудиторией, естественно, позволяет нам гораздо раньше понять, прибыльный у нас бизнес или неприбыльный. А я думаю, что это очень важно. Спасибо.